год здесь провела. Я хоть на Шри-Ланке? Алло. Что ты сбросила? И... Ой. Ё-моё. Потому что я её стукнула. Фух, я на Шри-Ланке. Это очень хорошо. У меня есть офигенная идея. Почему бы эти каникулы не провести одной? Это будет круто. Ведь деньги у меня есть и на карточке, в принципе, тоже. А если родителям надо будет встретиться, я, в принципе, могу. Наверное, первое, что надо сделать, это на букинге заказать себе какую-нибудь квартиру, потому что на улице я спать не собираюсь. Дальше надо найти, где можно поесть. Мне все равно, что есть. Можно какую-нибудь лапшу купить и лечь спать. Да, и найти Wi-Fi. Ура, приключения! Только часто приключения! Как Новый год встретишь, так и проведешь. Мне все нравится. Чемодан – это значит путешествие. Много путешествий. Поэтому этот год будет крутой. I need one SIM card, sir. You want that one? Yes. Yes. For telephone. Taxi. Привет приключениям! Что это здесь за такси обычные какие-то? Хочу что-нибудь необычного. Может быть тук-тук? Я уже подбираюсь к моему дому. О, да так меня здесь встречают. Идемте, ребят. Так. Идемте. Нифига себе, ребят. Так, теперь закрываем. Офигеть, ребята, посмотрите, какой у меня дом. Офигеть, двухэтажный дом, просто жесть. Класс, супер. И второй этаж, боже, это шикарно. Ребята, я попала в дом моей мечты. Он огромный и просто нереально крутой. Он такой белый, красивый. Ого, что это? Офигеть, вот это зелень, вот это пальма. В общем, сейчас ничего не видно, поэтому я покажу вам завтра. И сейчас я пойду ложиться спать, и завтра уже я вам покажу всю эту красотень. Ну, я надеюсь, что это красотень. Доброе утро, ребята! И вы на моем канале, и это второй день моих приключений без родителей. Кто еще не понял, я снимала видео 24 часа в чемодане и уехала от родителей на Шри-Ланку, и я здесь совершенно одна. Это очень-очень хорошо, потому что я наконец-то могу отдохнуть без чего-то крика, без драк. И я просто могу расслабиться. Не надо ни за кем следить, не надо ни о ком думать. Но есть, конечно, такой минус, я не знаю, где мама и папа. Но главное то, что я в безопасности и арендовала себе двухэтажный дом. И могу купаться сколько хочу, покупать мороженое сколько хочу. В общем, я могу делать все, что я хочу. И это очень круто. Идемте со мной, я покажу, какой у меня дом. Блин, как здесь красиво. Очень все круто, сейчас я вам покажу. Просто посмотрите. Просто нереально круто. Очень-очень много зелени, просто посмотрите. Это пальма. Вот там вот, если не ошибаюсь, в джунглях растет дуриан. Это фрукт, который очень воняет, когда его разрезаешь. Вот, я вижу очень много банановых пальм. Также есть еще и кокосовые. Офигеть, да ладно. Боже, кто это? Это ящерица? Да не огромная.
Офигеть, это варан. О боже, блин, он такой страшный, жесть какая-то. О боже, смотрите, вот бананы, вон зеленые уже есть. И кокосы, просто я в раю, вон они. Кстати, в общем, сейчас я вам кое-что прикольно покажу, и я думаю, вы слышите уже этот чирик, это попугайчики. Смотрите, какие они милые. Боже, какие крутые. Привет. И, кстати, я ездила на тук-туке, это было очень жестко. В общем, идемте во двор, я хочу показать вам главное, это как выглядит мой дом. Он, кстати, двухэтажный, как я вам уже и говорила. Вот это все, это мой дом. А вот есть очень классное место, где очень удобно и прикольно, видно всю зелень. И, кстати, кто-то звонит. Ё-моё. Это мама. Брать или не брать? Ладно. Алло. Алло, Лиза. Где ты? Лиза, ты меня слышишь? Да, алло. Слышу. Да. Лиза, где ты находишься? Да так, в двухэтажном доме. Сейчас планирую пойти покупаться в океане. Где ты находишься? Лиза, в каком океане? Где ты находишься? Ну... В отеле, ну, в гостинице, тебя... в апартаментах. Лиз, алло. Да. Тебя плохо слышу. Алло. Где ты находишься? Я на Шри-Ланке в городе Хикадува. Господи, Лиза, ну ты даешь. Я тебя рям. Лиза, что это было вообще такое? Я не понимаю, быстренько мне адрес пиши. Я тут как бы живу в двухэтажном доме, поэтому можете жить со мной. Быстро мне адрес пиши. Я тебе сейчас дам, можете. Адрес быстро мне написала, да, Байбере. Сейчас напишу. Капец. Теперь мама приедет, и все. Просто отдых закончился. Теперь будет... Да опять мама звонит. Что такое? Алло. Что ты сбросила? Я тебе хочу адрес написать. Ты можешь писать адрес и разговаривать по телефону. Что Хорошо. Это такое вообще? Ты еще сбросил. Быстренько адрес мне. Итак, если ты хоть с места... сдвинешься, поменяешь адрес, я тебе таких пилюлей всыплю. Мам, ну я уже ходила вчера купаться. Я вчера купаться ходила. Ты меня слышишь? Ты меня хорошо слышишь? Да. Я тебе сейчас промою мозги. Выкупаю тебя. На одном месте. Алло. Тебя не слышно. Алло. Это жесть какая-то. Отдых закончился. Вообще шикарно. Просто, блин. Лиза, почему ты уехала? Лиза, почему ты не с нами была? Лиза, почему? Боже, я могу хоть раз нормально просто отдохнуть? Но ведь у меня же все в порядке. В чем дело? Почему, блин? Я уже достаточно взрослая. Ну, типа, блин, просто. Надо прибрать, я думаю. Потому что если мама увидит, какой у меня хлам в комнате, начнутся тупые вопросы. Лиза, а что такое? Что ты не прибрала здесь? Ладно, все, ребят, до связи. В общем, я хочу еще пофоткаться, потому что я видела здесь очень красивые деревья, а также я видела обезьяну и... Ой. Ё-моё. Ребята, мама приехала. Я быстро поставлю камеру, потому что сейчас будут жесткие разборки. Ну что? Прекрасно отдыхается? Прекрасно отдыхать? Ну, нормально. Нормально? Это что там было? Ты вообще уже офигел? Что до того, как ты приехала? Что это было вообще? Где ты была? Каким образом? Как ты сюда попала? Что значит на букинг? Видишь, это двухэтажный дом мой, поэтому заселяйся. Что заселяйся? Ну, то и значит. А мальчики где? И папа где? Мальчики с папой. Ты мне расскажи, ты где? Ну, что это было? Я у себя дома. Лизочка, ты не у себя дома. А где я дома? Где ты дома? В Киеве, в Ижгороде. Мам, а что это, если это не дом? Знаешь, что красотка быстренько собрала вещи и пометели? Мам, быстро. Мне здесь нравится. Лиза, ну, мне здесь нравится. Посмотри на эти зелень, на планочки. Очень классно. Лизочка, быстренько собирай вещи. Почему? Давай погнали. Мам. Потому что я уже вымотала нервы. Почему мы не можем здесь оставить? Уже вымотала нервы полностью. Давай, быстренько. Ну почему мы здесь не можем оставить? Кто мы? Знаешь, тут рядом давай, есть, нет, где нет, дорогая, давай, пожалуйста, давай рассказывай.
Как ты здесь оказалась? Каким образом? Смотри, что значит ты сняла на букинге? Давай, Лизочка, рассказывай. Ну, давай я с папой пообщаюсь на эту тему. Ты со мной общаешься на эту тему. Почему я не могу с папой пообщаться? Потому что я здесь, а не папа. Ну, ждем, пока придет папа, тогда пообщаемся. А что ты говоришь? Алло. Да, Миш, мы тебя нашли, это в порядке. Слушай, я тебе адрес скинула, тот, который Лиза мне прислала. Давай, собирай мальчишек, приезжай. Нет, мы не будем с Лизой обсуждать эту тему. Потому что? Потому что я нервничаю. Потому что я ее стукнула. Да, да, именно это Лиза мне изменила. Давай я буду с папой общаться на эту тему. Все, хорошо, давай. Если что, можешь посмотреть мою комнату, там, какие есть еще в этом доме комнаты. Показывай. Идем, мам. Мам. Вот это просто пустая комната. Вот, как видишь. Ого. Ага. Пошли, я тебе покажу. Итак, тут вещи. А второй этаж? Второй этаж сейчас пойдем. Я хочу тебе показать мою комнату. Тут есть коридор такой, там туалет, ванная. А вот моя комната. Вот так. Тут кухня, тут можно что-нибудь приготовить. И вот выход. Слушай, ну ты круто устроилась. Да. Есть еще второй этаж, но там то же самое все. Покажешь? Да, пошли. Ну вот, здесь вроде прикольно. Мам. Блин, Лиз, здесь очень прикольно, да. Очень классно. Ну, Лиз, ты можешь себе представить вообще наши с папой чувства? Мам, а представь мое чувство, когда я оказалась в чужой стране, каким без образом? Никого. Я потерялась и думала то, что вы на самолете, зашла туда, он улетел и... Что не зашла? Ну, у меня был один посадочный. А посадочные у тебя все были. Почему ты раньше не звонила? Ну, я просто... Ты вообще, кстати, не звонила, это я тебе позвонила. Да, просто я все это время... Тут очень классно. Я, кстати, сегодня видела мартышку. Я сегодня видела... Обезьян? Да, обезьянку. Ты знаешь, что нужно, кстати, быть с обезьянами очень аккуратно. Я знаю, они я знаю. Тырят вещи. Я знаю. Так вот, и это еще не все. Я очень много кого видела. Вот там вот я просто недалеко я видела вот такенного варана. Просто. Очень крутой. Там еще ящерицу. А, самое крутое. Ну, практически. Я вчера ночью слышала, какая-то птичка. Выхожу. А там просто летучие мыши. Такие большие гигантские. Какие нахрен летучие мыши? Стой, Лиза, Лиза, элементарно. Извиниться. Ты взрослая девочка. Блин, и посидею от тебя. Улетела. Да, посадочная есть, и что? Ну разве так поступают, Лиза? Разве так делают? Ну, подожди. Ты что, новогодний один дома? Ну нет, ну можно, кстати, кое-что еще рассказать? Тут недалеко есть Лиза. Хукадава Бич и... Хикадува. Ой. Хукадава. Кстати, я не, здесь... Не, конечно, по хорошим делам тебя стоит засунуть в чемодан какой-то и отправить обратно к бабушке, чтобы ты сидела сейчас, снег там разгребала у бабушки Гали. Ну, и ела пельмени. Один ананас сочный, вкусный, стоит 25 гривен. Это примерно как 50 рублей. Какие ананасы? Лиза, я тебе говорю, хотя бы извинилась. Извини. Как за что? Вот. Не за что? Нет, так, Лиза, подожди. Не так вот. Я нет, тебе... Лиза. Ты извини за то, что я оказалась ты в другой ситуацию стране, понимаешь? И тебе ты не Ты вообще позвонила. Ситуацию понимаешь или нет? Угу. Когда папа приедет, не знаешь? Просто было бы скоро круто... Скоро приедет? Я... Это что тебе? Выжгород? Сел на маршрутку и приехал? Попробуй тут добраться на этих тук-туках. Это капец просто. Это да. Мопед с крышей. Жесть, такси. Какая-то, я тоже каталась. Так вот, просто было бы круто сейчас сразу пойти покупаться. Сейчас сразу? Мы тебя промоем мозги так? Вот это уже не надо. Ну там есть крутые черепахи. Блин, Лизка, как хорошо, что все в порядке. А что может быть не так со мной? Да, я сейчас, мам. Ребята, это просто жесть. Я очень рада, что мама меня не сильно наругала, и я думаю, продолжение этого точно будет, когда придет папа. С вами была я, Лиза. Это капец. Пока.